Чудо в Кувандыкском районе. Старая доска в одночасье вдруг превратилась в икону. Кому явился Божий лик, об этом наш материал. Рабочие механически строгают доски и поправляют кирпичи. Строить с нуля гораздо легче, чем реставрировать 19 век. Реставраторы – это заключенные особой колонии поселения для бывших сотрудников правоохранительных органов. Провинившиеся правоохранители оказались неплохими каменщиками. В Убегле я не показывал то, что я умею. Это уже здесь уже начал уже делать, уже камень уже ложить, уже, потому что я здесь как буду каменщиком. Кроме приказа начальника, для него авторитетом стало благословение настоятеля. Работать с камнем Алексей научился еще до милиции. Он точно восстанавливает обрушение сводчатых стен. За хорошую работу заключенный может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Первый год, вот как мы стали с ними здесь трудиться, 17 человек ходило. Всем амнистию дали. Бывший сотрудник сочинской милиции Ян Давженко сел за экономические преступления. Из 7 отведенных судом лет ему осталось отбывать 1 год и 8 месяцев. Он сам католик, но с православным батюшкой тоже находит общий язык и даже верит в чудеса. Недалеко проявилась икона в частном доме. Ну, мы на нее видели, все. Слов просто нет, как говорится. Ульяна первой увидела образ Господа Вседержителя на старой доске, которую дед вынес из сарая. С нее даже пыль стряхнуть не успели. Лик Христа проявился после дождя. Я сказала, баба, там что-то появилось, там лицо Боженьки нарисовано. Валерий Ходатаев случайно достал ее с полки. Собирался применить в домашнем хозяйстве. Он никогда не думал, что черная пыльная доска, старинная храмовая икона, видно, дед спрятал в 23-м году, когда разоряли Ильинскую церковь. У деда, у покойника, здесь вот большой ларь раньше стоял. Ну, я ее несколько посмотрю, ну, думаю, крышка с ларя. Икону передали в Медногорский храм святителя Николая. Настоятель Ирий Сергий даже сомневаться не стал. До 23-го года она находилась в алтарном ряду Ильинской церкви. Постепенно образ стал открываться. Вслед за ликом проявились десницы Евангелия. Икона обновляется. То есть постепенно границы, значит, изображение увеличивается, четкость, вот, и проявляются краски. Теперь отец Сергий привозит эту икону на службу в Ильинку. В парадный дом культуры он мастерит небольшой иконостас, в центре которого Господь Вседержитель. Когда в селе восстановит храм, икона обязательно вернется на свое место. Елена Ерофеева, Александр Поляков, Вести Оренбуржье, Кувандыкский район.